От первых набросков до рабочей модели. Эту уникальную муфту специалисты Таима разрабатывали больше 2 лет. Инновационный продукт, которому нет аналогов ни в Беларуси, ни в странах СНГ, настоящая гордость предприятия. Главные отличия от зарубежных конкурентов – больше срок службы и стабильность при эксплуатации. Муфта предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии, в частности, к коробке передач. То есть муфта крепится на маховике и далее через карданную передачу с коробкой передач. Применяется сельхозтехника. Основной покупатель муфты – Петербургский тракторный завод. Своей разработкой Таим обеспечивает предприятие на 100%. Только на новинке экспорт вырос на 10%. Есть интерес к ней и у белорусских производителей. Опытный образец уже отправлен на Гомсельмаш. Создание подобных технологий – заслуга как первоклассных специалистов, так и современной техники. Новейшее оборудование предприятия – токарно-фрезерный обрабатывающий центр. Техника справляется с деталями до тонны. Она полностью автоматическая. Оператору нужно лишь задать программу. Таим – крупнейший в СНГ производитель тормозных аппаратов и механизмов для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и прицепной техники. Выпускают здесь не меньше 600 видов деталей и агрегатов, только колесных гаек в год – около 1 000 000. Поставляют их на БелАЗ, МТЗ, Бобруйск-Агромаш, Гомсельмаш и МКОРТ. С прошлого года, кроме традиционной комплектации, мы освоили и поставляем системы микроклимата для автобусной техники. МАЗ. У нас есть еще поставки на такие предприятия Российской Федерации, как Танар, Тверьстроймаш. Производитель ежегодно расширяет линейку продукции, и это в условиях жесткой конкуренции. Последние годы здесь уделяют особое внимание тракторостроению. Улучшается качество изделий и учитываются растущие требования потребителей. Предприятие, как и каждый выпускаемый им механизм, работает слаженно и продуктивно. Таим в списке промышленных лидеров по итогам социально-экономического развития Бобруйска за 2021. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.